Осенью этого года в Бельцах состоятся два масштабных международных форума – инвестиционный и урбанистический. Об этом мэр Бельц Рената Усатый сообщил в ходе встречи с губернатором Нижегородской области Валерием Шанцевым. Делегация из Нижнего Новгорода приглашена в Бельцы для участия в этих мероприятиях. Правительством Москвы было принято решение на прошлой неделе провести экономический форум в Бельцах в сентябре месяце. То есть будет экономический форум и касаемо урбанизации, урбанистический форум. Обсуждали участие Нижегородской области, Санкт-Петербурга и правительства Москвы. И вас официально приглашают. Мы по сроку договорились, кто у нас 14 по 15 экономический бизнес саммит. Напомним, что Рената Усатый участвовал в понедельник в мероприятиях, приуроченных ко Дню города Нижнего Новгорода и Дню России, а также провел ряд встреч с нижегородским и областным руководством. Бельцы и Нижний Новгород с прошлого года являются городами-побратимами. Прошлым летом Рената Усатый и вице-мэр Бельц Игорь Шеремет были гостями на Московской международной конференции в области градостроительства, архитектуры, экономики и стратегического планирования городов. Бельцы не первый город, проходящий через инфраструктурные и транспортные проблемы. Практика решения городских проблем существует и ее надо изучать, заключил Рената Усатый.